Черную полосу в экономике России признают многие экономисты и эксперты, а недавно признал и президент. И пока Путин рассказывает анекдоты про экономику, руководство Роснано на всю страну заявляет, что денег у них очень много и всем выдадут премии. Заявили это на корпоративе, официально за который отдали более 2 300 000 рублей. Сознательная общественность пришла в негодование. Подобное поведение осудили в Госдуме. Чубайс на сайте Роснано поспешил оправдаться, мол, не госденьги пропиваем, а свои, кровные. Но за что себя радовать по итогам года роснановцам? Какой толк от их работы? Никто не понимает. Госкорпорации просто расслабились, да и нравственные тормоза отсутствуют. Они никому не подчиняются и, по сути, являются образцом существования элит. Об этом рассказал эксперт накануне ТВ, независимый экономист Александр Одинцов. Все вот эти институты, которые у нас сейчас есть, государственные или около государственные, они находятся в достаточно расхоложенном состоянии. То есть они вот заняты какой-то работой, но не живут какой-то своей жизнью. От них, например, правительство и президент не требуют каких-то конечных там жестких результатов. Поэтому, что касается Роснано, то вот эта корпорация, которая много там претензий, самое главное, что она не показывает тех результатов, которые на нее возлагали. Если вот они там показывали, то это другой разговор. Представьте себе, что люди там достигли больших достижений в предыдущем году. Пожалуйста, пускай им там заплатят премии. Пускай бы они на этот корпоратив потратили, условно говоря, в 10 раз больше, если они этого заслуживают. А здесь получается, что компания подконтрольная государству, деньги государственные. То есть ведет она себя как частная компания, что над ней никто не стоит и ничего. Скандалы с госкомпаниями, госчиновниками, даже министрами очень часты. Но в итоге это не отражается ни на работе компаний, ни на самих провинившихся госчиновниках. И на Роснано это не отразится, уверен эксперт. Таких скандалов может быть миллион. По логике должна быть зависимость. По Роснано он таких должен подчиняться какому-то министру. А у министра должен быть план. Если этот план не выполняется, то он бы с ним, конечно, спросился давно. Но поскольку плана нету там какого-то определенного, и, не знаю, подчиняется ли кому-нибудь руководитель Роснано. У нас создана система, которая вот эти институты создана для того, чтобы верхушка в них смогла каким-то образом хорошо жить. Это способ существования элиты. А элита существует сама для себя в нашей стране, поскольку у нее нет механизмов ответственности. Никакие. В советское время государственные институты, в том числе военные, добивались выдающихся результатов, таких как полет человека в космос и атомные станции, благодаря жесткой дисциплине и ответственности. А сейчас все просто расслабились, считает Александр Одинцов. Скандал в Роснано – это и отсутствие нравственных тормозов, и механизмов ответственности. Главная цель подобных госкомпаний и госчиновников – извлечение личных выгод. Но и государство этому потворствует, потому что у государства развитие не главная цель, уверен эксперт. Как Акадий Меглазев говорил, нужно вводить плановую систему, нужно вводить жесткую ответственность. Тогда будет развитие. Сейчас система такая, что ей очень сложно что-то поменять, потому что наши руководители, они объективно просто повязаны или каким-то образом во всем этом. Повязаны в каком смысле? Повязаны в том смысле, что если они захотят все это сменить, то еще неизвестно, каким образом элита, наверное, отреагирует. А элита отреагирует, понятно. Она в этом просто не заинтересована. И это будет меняться, когда либо общество заявит такой протест реально и придется что-то менять, либо придет когда-нибудь со временем человек, который захочет это изменить. В истории такие уже были. Петр Первый, Иосиф Сталин, Александр Третий и так далее. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».